Все знают конструктор Лего, и все знают Гриутак. И какой-то гений решил совместить эти две вещи в одну игру. И сегодня я с маслом попробую эту игру, не имея малейшего намека на то, что там будет. И честно, это было очень интересно. Воу, ё-мо, где это я? Почему здесь все так блестит? Это пластик? Хотя, да, это же логично, это же Лего. Ну, кстати, у меня пальцы так прикольно двигаются здесь, я такой гладкий. Здесь очень классно реализовали это все. Сделали новую детальку, которая крепится в руку Лего-человечка. Прикольно. Какая-то книжка здесь, что ли? Непонятно. Горилки всякие. Гейм-моды есть. Go everywhere you want. Make sure you play with the boundary set by the players in the room. Интересно. New update. Camera mod fixed. Go to file apps. Downloads. To access videos. May need to restart headset. Не, мне лень. Санёчек. Давайте погнали. Вот масло. Привет. Да, я красный. Или как ты меня видишь? Синий. Плохо. Да и красным тоже плохо быть. Надо цвет поменять, я забыл об этом. Во, теперь я белый. Блин, ну здесь очень красиво. Слушай, погнали на каньоны? Или... А. Они закрыты. Серьезно? Има. О-о-о! Ого. Ё-моё, чё здесь все так блестит? Необычно очень. Ну, довольно удобно. Будем честны. В принципе, играть можно. Только... Почему стенки такие плоские? Не глянцевые, плоские. Смотри, ну, тут как будто не это, тут как будто не Лего, а уже какой-то расплавленный пластик. А, вот здесь? Ну да, кстати. И он жарится прям. Опа, смотри, у меня кубики есть. Масло, масло. Я зря это сделал. Нет, нет. Они, кстати, прикольно. О, смотри. Ёлочки. Прям как в Лего. Слушай, давай их срубим. А? Домой заберем в оригинальный горел так. Давай, давай. А помнишь, мы этот, как здесь на нас дед с ружьем нападал? А, да, кстати, помню. Кто не понял, это мы пытались на Новый год снять новогоднюю короткометражку, и эта часть сюжета была. О, а вот я у дерева. Фу, кабица. Оно меня съело. Оно съело меня. Масло, спасибо. Пошли, там секретанул открыт, там секретанул открыт. Меня дед наказывает какой-то, ё-мо. Лесничий, о. Я больше не буду елки грызть. Ой, я камеру взял. Дикая елка. Ой, о. Ой, она полетела. Смотри-ка, отпустил. О, откуда у тебя камера? А я, короче, ее взял, схватил, она сама ко мне прилетела. Надо просто с зажатой рукой прикольно ходить. Ну, я про камеру читал там в дубе. Там, чтобы она работала, нужно залезть в файлы этой игры и дать разрешение. Ладно. Бич, бич. А, ну ладно, ну, так пляж, оставлю. Ё-моё, здесь очень красиво. Просто стой, стой, залезь сюда, масло. Ой, что-то карта отгрузилась. А, ты здесь уже. Смотри, встань вот так. Очень красиво, знаешь. О, кстати, такой в Киевах то же самое, я чекал. Иди за мной. Ого. Или встань сюда, встань вот сюда, здесь еще лучше. Знаешь, что напоминает какой-то Лего Майнкрафт. Журналы там какие-то. Блин, очень интересная игра. Ой, камера сейчас в руке заспавнилась. Нет! Ну, дуб, конечно, это... Это ужас. Ивы, ну-ка. Ой. Ой, масло, ты почернел, ты почернел. А, реально? Ты черный. Встань в угол сюда. А ты станешь моим рабом, маленький черный мальчик. У меня есть бананы. Да-да, пойдем, пойдем, все, пошли, пошли. Тупая шутка, согласен. Где на дуб? Подожди, я буду копить. Сколько оно стоит? Залезь на дуб, здесь очень красиво. Сейчас, подожди, подожди. Небо настолько яркое, что мне больно на него смотреть. Туториал, во. Это 1500. Кстати, тут ограничений нету, можно вылезти. Надо попробовать на туториал залезть. Ну-ка.
А здесь работает слепривол? Слушай, а неплохо. Да его нету. Не, это я упал, походу. Ты, это мы, лохи. Да блин, а! Боже. Да блин, ну! Тоже, только что подумал об этом. О, смотри, смотри, смотри где. А я сюда залезал уже. Да ну! Ты видел? Я улетел! Смотри! Я наверху! Я наверху! Масло, я хочу на туториал залезть. Ну хотя бы здесь на туториал попаду. Хоть где-то. Блин, мы по факту первопроходцы, потому что уже в следующем обновлении тут сделают барьеры по-любому, как в оригинальном Гориллтаге. Ну да. Ну чё, заценим? Обзорчик на туториал, погнали. Смотри, там... Короче, здесь такой спавн получается. Да. Мы такие... Опа! Я вообще, когда здесь заспав... Стой, почему я тёмно-серый? Это чё такое? Смотри, плазма, как будто плазменная ТВ. О, давай, это, сейчас будем смотреть фильмы. Давай Аватара посмотрим. Давай, киношку смотрим. Давай это, Шрек опять. Вроде такой есть. Все, пошли, пошли, классно, этот. Нравится. Вот так вот. Ой, там барьер. Ой, нет, туда не пойдем. Как там? Способы отсани. Блин, иди сюда. Подожди ты, у меня проверенный способ дедом еще. Проверенный способ. Да, я не хочу за карту упасть. Тебе, короче, надо делать? Вот в этот угол залезть. Схватиться об углу залезть. Да-да-да. Пожалуйста, горилка из лего. Не подведи! Ты еще упал? Да. Ты за картой? Да. А как ты упал-то? Я не знаю. Слушай, я все еще лечу, меня не выкидывает. А может ты на месте застрял? Да тут непонятно, здесь ничего нету. Блин, а может я в рай попал? Я, короче, уже на Сити, и я могу, походу, здание потрогать. Они, наверное, солидные. А ну солидные. Стой! Без меня куда? Я сейчас перезаходить буду. Технические шоколадки были. Ай, блин, опять этот КВС. Чё, Сереж? О, а помнишь этот? А я пердеть умею. И выходишь потом. Да, кстати. Пошли в Сити. Посмотрим, что там. Там я еще не был. Фига тут коридор. О, закрыто. Во, смотри. Ого. Это что такое? Это 2000. Это 3,5. Это 2,5. Шарики, ну шарики не лень. Пошли примерим. Вот меню. О, потрогай стекло. О, как будто монетка собирает. Блин, а здесь круто. Стой, а где мой шарф? Я не понял, а где мой шарф? Возьму наушники, а чё? Хотя бы какие-то будут. А эта фигня 4000 стоила разве? В оригинальном. Я не знаю. Ну вот, наушники, в принципе, неплохие, мне нравятся. Ставлю 5 звезд. Масло? Нет, масло. Масло? Нет. Масло, не подписывайтесь на Саню!